Смысл? Вы все говорите, вот, типа в роликах у вас Pride, DST, а сейчас будет FSD. Этот бренд, по крайней мере, заботится о том, чтобы вы получили удовольствие и при покупке, и при эксплуатации. У этого бренда есть много вариаций, много подбрендов. Что мне привлекло? Цена недорогая, заявка нормальная. Короче, смысл какой, что это Midbass, это низкоиграющая середина. Середины здесь не так много, но низов здесь достаточно. Ну и давайте продолжим о тех пушках, которые, в принципе, интересуют всех ребят, которые собирают громкие калитки. Ребята, здорово, Уральскую пятерочку, вы находитесь в позитивном магазине автозвука Автокаста. Я каждому из вас желаю отличного вечера, дня, утра, неважно, когда вы смотрите, всего самого крутого. Сейчас, когда ролик начали, так, блин, во-первых, сейчас два анекдота расскажу, есть детский и мужской. Тут надо понять, какой кому, не суть. Смысл, вы все говорите, вот, типа в роликах у вас Pride, FSD, блин, Pride, DST, а сейчас будет FSD. DST, FSD, да? То есть, ну да, поменяли буквы немного. Да не, ребят, расскажу как. То есть, смотрите, у нас есть все бренды по факту, то есть, которые вы можете приобрести, все бренды автозвука. Просто мы делаем акцент на бренды, как я и говорил, у которых есть немного какой-то посыл. Посыл именно не только бизнес, а именно что-то сделать интересное. Поверьте мне, вот Pride это один из крутых брендов по мне, в плане того, что действительно делает вещи, которые люди становятся фанатами. У Dynamic State очень много крутых вещей. Да, блин, офигеть, ассортимент огромный, ну классно, тоже качество звучания и так далее. И вот FSD, то есть мы несколько раз уже привезли FSD, то есть искали, какой смысл, искали еще, чем увеличить ассортиментную линейку. Вот, пообщавшись с ребятами с FSD, я понял, что у них есть действительно посыл сделать какие-то интересные вещи, которые будут радовать пользователя, будут надежными, будут интересно звучащими в том числе. Я расскажу сейчас о немногих вещах, но это вещи, которые, ну, нету в других брендах, например, и так далее. Если есть похожие вещи у каких-то других брендов, то этот бренд, по крайней мере, заботится о том, чтобы вы получили удовольствие и при покупке, и при эксплуатации. Ну давайте, харе болтать, два анекдота, давайте. Первый детский, так как нас по-любому смотрят молодежь, то есть смотрят ребята, как бы, кто только занимается, ну, допустим, они еще, может быть, ну, как сказать, молодые, еще машины нету, но смотрите, ребят, вам Уральскую пятерку, для вас анекдот. Не знаешь, что написать, сиди полайкивай. То есть все как бы, то есть это все для социальных сетей. Не знаю, что написать, сиди полайкивай и так далее. Круто? Круто. А теперь, молодые, отходите от экрана, будет взрослый мужской анекдот. Рассказываю, парни, блин, мне он очень понравился. Ничего личного, просто прикольный юмор. Таня считала своего мужа хранителем семейного очага, пока не узнала, что своей кочергой он ворошил еще два костра. Ребят, вам отличного настроения, то есть не делайте так, это как бы плохо, то есть будьте семьянинами отличными, вот, но анекдот зачет, 100%. Ладно, харе болтать, поехали. Про FSD. У этого бренда ребята находятся в Махачкале. У этого бренда есть много вариаций, много подбрендов. Но здесь будет речь о Кольте и FSD. То есть я немного расскажу о тех вещах, потому что мы их получаем и сразу продаем. То есть мне нравится их звучание, нравится подача. Давайте начнем с усилителей. У линейки Кольт есть усилители 4 на 65, 4 на 85 и усилители на 120, 4 и 150 на 4. Еще мы их пока в деле не пробовали, но вот сегодня только получили. Цена более чем адекватная. Можете посмотреть цены на сайте по ссылочке. Вот. Что мне привлекло? Цена недорогая, заявка нормальная, 150 на 4, ну вот, может, 120-130, если будет давать хорошего сигнала, будет вполне нормально. Что плюс? Плюс это терминалы под кабель. То есть терминалы под кабель, не нужна вилка, просто засовываем кабель и закручиваем. Следующий момент, болты. То есть, это, знаете, какой момент сейчас вы скажете, вот там прослушка и так далее. Нет, ребят, сейчас усилки примерно в одной ценовой категории все одинаковые, но меня интересует, волнует еще и удобство подключения эксплуатации. Здесь удобство для меня следующее. Мне нужна только отвертка, чтобы закоммутировать усилитель. Поставить сюда питание и вывести акустические провода уже на динамик.
динамики, так скажу. Вот смотрите, тут может войти восьмерка, четверка, я бы пользовался брендовой четверкой, ну или брендовой восьмеркой, думаю, этого будет достаточно. По входам тут все просто. Третий, четвертый канал подразумевается использовать еще в том числе на SAP, но можно использовать два канала на одни динамики, два на другие, допустим, трехполосная система, две двадцатых разных, две одинаковых, неважно. Первый, второй канал, кроссовер, только фильтр HPF, если нет процесса, от 50 до 8 кГц нужно нам с вами на слух настраивать, маленько выше и гейна подавать на них. На третий, четвертый канал можно выбрать фильтр LPF, HPF, можно делать полную полосу, если у нас режется все магнитолой. И также есть усиление баса, это бас-буст вот тут, то есть 0 дБ, 6 и 12. Это тоже все для сабового звена. Если у вас будет фронт, им не пользуемся. Все четко, обычно, понятно, ребят. Вот такой усилитель. Ничего лишнего, скоро проверим их в деле, но ценник по мне очень адекватный. Сделано все грамотно, ничего лишнего. Линейка Кольт — это такой недорогой бюджетный вариант. И усилок, соответственно, 4 на 120, есть 465, 485. Все усилки будем держать в наличии. Это, я думаю, будет интересно. Дальше покажу акустику линейки Master, именно WF8 и WF6. F6 закончились, F8 у нас есть, сейчас покажем. Что представляет? Во-первых, сетка SOTA в комплекте, саморезы под шестигранник в комплекте. Пушка, да? То есть, короче, смысл какой? Низкоиграющий динамик. Сейчас спецификацию разберем, но изначально динамик. Поверьте мне, ребят, так как у нас сегодня такой экспресс-обзор, знакомство с теми вещами, которыми занимаемся мы, то есть вся продукция проверяется нами. Мы не продаем то, что нет гарантийных обязательств, или они исполняются очень долго, или как таковой сам по себе продукт будет очень плохого качества. Поэтому, ну, смысла в этом нет. Все это сразу клиенты узнают и просто перестают доверять бренду. Вот и все. Вот так сделан динамик, низкоиграющий, прикольный подвес, сделан из хороших материалов. Ценник у них 4,5 за пару, с сетками сотами. И это динамик именно низкоиграющий. Сейчас я вам скажу. Кстати, тут нет W6, ну W8 есть. Короче, диапазон звучания. Блин, где он? Ну, короче, смысл какой? Динамик подразумевает работу в низкочастотном диапазоне. Так, блин, 200 номинала. Хотел вам задвинуть параметры, искал, смотрел. Ну, короче, смысл какой, что это мидбас, это низкоиграющая середина. Середины здесь не так много, но низов здесь достаточно. Я бы их смело мог использовать от 63. Этого было бы вполне достаточно. Тут есть вот резонансная частота 53,6 Гц. От 63 четвертым порядком или от 80. Низко будет играть, и некоторые хотят, допустим, не использовать пока сабвуфер. Этот динамик позволит это сделать. Соответственно, лучше ставить выносной подиум, но существует такая защитная сетка. Динамик есть еще и 6,5 дюймов, то есть 16 сантиметров. Он есть тоже в данном исполнении. Это прикольно, потому что сейчас у нас существует, что это Урал 200, который, он стоит дороже намного, и 200.3 DST были, шикарные динамики, пока нету, но тоже их стоит рассматривать. В линейке FSD также есть компонентная акустика, компонентка тоже кончилась, но мы ее вот будем возить постоянно, нам понравились динамики, я говорю, мы привезли два раза, попробовали, поняли, что акустика играет, вот мы в стенде сравниваем с клиентами, с более, ну, другими брендами, более дорогого сегмента, акустика офигенно работает, вот так смотрите, как сделан динамик, причем пищалка внутренняя припаяна с этой стороны, и на нее идет вот от этих терминалов сразу звук, там, видимо, идет фильтр первого порядка. Сделан классно диффузор. Ну, в принципе, тут, если честно, скажу вам, придираться даже и нет смысла к чему-то, потому что динамик стоит недорого, а за эти деньги выполнен очень здорово и звучит он хорошо. Это вот линейка X6, а есть еще K6, компонентная акустика, причем там такие кроссоверы классные вообще. Ну, прям линейка выглядит, по крайней мере, дорого-богато. В этой серии, в FSD Master X690, есть также блины. Это динамики 6 на 9, тоже в классном исполнении. Продали, устанавливали ребятам. Ух ты, нифига. Думал, нифига себе, бумага уже реже. Ну реально, у нас сейчас по факту, сколько время-то? 9:47, то есть без 15:10 вечера. Сегодня лето, жаркий день. По всей России радуем наших клиентов. Ребят, вся Россия, огромный привет. Орск, привет, Оренбург, привет. Когалым, привет, Петрозаводск, привет. Ну, все города России, то есть. Прям, ребят, напишите в комментах, кто у нас что-то покупал, как вам вообще впечатление. Мы стараемся удивлять, чтобы вы получали эмоции. Ладно,
хватит трындеть, погнали, погнали. В линейке FSD есть тоже много усилков. Мы так на пробу периодически берем усилок в маленьком размере, а B-класса. 4 на 8. Цена 8,5 примерно стоит. Тут что есть. Давайте разберем. Четверка входит, рядное расположение выходов на акустику. Два вот таких терминала для получения сигнала по высокому уровню, то есть от акустических проводов. Если нет линейных выходов и у вас штатная магнитола, она вас абсолютно устраивает, можно не использовать преобразователь, а сюда завести сигнал. По фильтрам. У, получается, первого-второго канала есть фильтр высоких частот. Соответственно, тут прикольно сделан показатель, как что работает. Соответственно, и у третьего-четвертого канала фильтры высоких и низких частот. То есть можно использовать на две пары динамиков, можно использовать на динамики и сабвуфер, что тоже немаловажно. В принципе, это будет вполне зачетно. Давайте я посмотрю, сколько он мостом выдает. Два канала по 260 ватт номинальной мощности в 4 Ома. В принципе, добротно. Можно взять любую акустику вперед, те же коаксиалки, их шестые или компоненты, и взять сабвуфер. Сабвуфер ватт 300 номиналом будет достаточно. Хороший, классный усилок, небольшого размера, компактный. Я думаю, греться он сильно не будет. Но это все мы проверим в деле. А так, вещь классная. По крайней мере, сделан хорошо. Я с ребятами, с производителем именно пообщался. Ребята имеют какие-то, ну, такие интересные очень помыслы в плане изготовления. То есть для них это больше, чем бизнес. Это самое главное. Вот, дальше. Что интересного? Блины я вам показал. Их убираем сюда. Дальше, смотрите, привезли две модели усилков. Сейчас вам усилков сабвуферов. Я вам сейчас покажу в 12 и 15 исполнении. Но тут особо до 5000 стоит сабвуфер, этот стоит до 8000 рублей. То есть номинала тут получается у нас 500 ватт номинала. Ну, сделан стандартно. Катушка, кстати, вот она темного цвета. Вот. Подводящий сделан одинаково, но в принципе тут придраться не к чему. За 5000 рублей посмотрим его в деле. Ну, обычно, честно скажу, эти сабвуферы одинаковые. Нам важен момент, чтобы они были в наличии и всегда там выполняли там свою задачу. То есть давали нам немного приятного, классного баса. Это линейка стандарт. И линейка получается Pro. Уже такой увесистый магнит. Уже у нас номинала здесь сколько? 1000 ватт, 2000 максималка. Очень хорошее охлаждение идет. И уже намотка другой проволокой. Вот. И тут катушка 2,5 дюйма. То есть большая катушка. Соответственно, мощу он должен свою принимать зачетно и держать. И очень хорошие такие прижимные кольца. То есть шайбу прижимает. Ну, в работе посмотрим. Пятнашки, двенашки есть в наличии. Попробуем по сабам. Мы только эти пока привезли. Но я думаю, будем возить и остальную линейку. Оставлю вот это на вкусненькое, что уже как бы известно, знакомо. Есть также пищалки. У линейки кольт. Ребят, подача огонь вообще. Подача пищалок. Тут конденсаторы, несколько креплений. Кстати, сегодня мужчина у нас покупал. Вот. Ну, надо просто добавить в уголки немного высоких. Вот решение. Уголок любой, он имеет такой размер. То есть мы вырезаем вот это расстояние чуть меньше. Вставляем это колечко, оно смотрится как штатное. И в это колечко уже вставляем пищалку. Выглядеть будет очень добротно. То есть вы видели в наших исталах, как это происходит. Если не хочется как типа под штатку, можно использовать такое крепление. Это все идет в комплекте. Все, это пищалки Scout, они стоят до 1000 рублей. Линейка Q20 и более дорогая линейка Gold, Scout и Gold. Тоже вот с такими креплениями, скандеры, но вот такие уже более мощные, я думаю, более ярко играющие пищалки. Мы в стенде сравнивали эти, так как поют. И линейка получается FSD. Пищалки у нас идут DT28, тоже они похожи вот на эти Scout Gold. И малыши FSD, о, даже они вот с такими креплениями, это прикольно. Конденсаторы, саморезики и вот такие провода. В принципе, все добротно сделано. Более чем, как сказать, более чем в комплекте много всего. До 1500 и до 2000 рублей не стоит. Классный выбор, классный ассортимент. Раньше у нас был выбор-то не особо такой большой. Сейчас мы его маленько пополняем. Ну и давайте продолжим о тех пушках, которые, в принципе, интересуют всех ребят, которые собирают громкие калитки. Это модельки 2600. Мастер D2600. Усилитель 600 ватт на два канала. Что в комплекте идет? Усилок. Ну, они есть вот такие модели у других производителей, скажу так. Вот, но мы попробуем эти, потому что у других производителей нас все устраивает, но решили и попробовать именно здесь. Давайте по терминалам. Два входа питания. Обязательно нужно через какой-нибудь дистрибьютор, если у вас только один усилок на фронт, задействовать и тот, и другой вход. Но мы делаем так.
соответственно, и выходные провода. Правый, левый канал. Все просто, под отвертку. Также у нас вход для межблочного кабеля. Приводим сюда сигнал. Если у вас процессорный аппарат, вообще все круто. С фронтового входа приводите и фильтрами здесь не пользуйтесь. Всю полосу выставляем, а пользуемся только фильтром в магнитоле. Это классно. Ну и вот такой регулятор с вольтметром и с температурным датчиком. Это круто. Скажу я вам сейчас, так как сейчас сам пользуюсь. У меня есть вольтметр, есть регулятор баса, где есть лампочка клипа. Я слежу и контролирую систему, очень важно. Поймите, что правильная эксплуатация зависит от, как сказать, от вашей головы, то есть как вы шарите, как эксплуатировать систему. Все можно сломать, сжечь, а также все можно любую систему, даже самую дешевую, бережно и качественно использовать. Ну и соответственно усилок 2 на 1000, он выглядит по разъемам точно так же, только более толстые терминалы, все под отверточку сделано, что удобно. Но по мне это удобно. Все отверткой можно, отвертка есть у каждого из вас. И бывает еще 2 на 1.5, но 2 на 1.5 будут, я думаю, маленько позже. Погнали. Каждый усилок по заявке производителя работает в 1 Ом стабильно. Соответственно, 2 на 600 выдает в 1 Ом 600 Вт, в 2 Ома 350 на канал и в 4 Ома по 150 Вт на канал. Ну, в принципе, добротно. То есть 2 на 600 это, ну, по 300 Вт на динамик. Нет, 2 на 350, если мы в 2 Ома делаем. Ну или 2 на 600 берем, 4 динамика, самых недорогих каких-нибудь, номиналом по 150 Вт даже. Я думаю, Pride Solo Evo будет офигенно с ним работать. То есть берем 4 динамика Pride Solo Evo 16, подключаем их параллельно. И, соответственно, будет нагрузка в 1 Ом. 600 Вт он дает по 150. Ну, грязно поделим, пойдет на динамик, что вполне достаточно. Это круто, стабильная работа. И, соответственно, 2 на 1000 выдает нам 1000 ватт в 1 Ом на канал и полторашка 1500. Вот и все. Усилки клевые, попробуем в деле. Вот, смотрите, тоже помониторил, поузнавал, да, есть какие-то моменты и так далее, но мы все это проверим в деле. Соответственно, мы выбираем производителя и поставщика еще по тому моменту, как он решает вопрос. Вот смотрите, вы пользователь, да, вы купили продукцию, у вас есть два варианта. Первое, вы опытный пользователь, вы что-то знаете, умеете, у вас был опыт эксплуатации. На самом деле опыт еще бывает разный. У кого-то бывает опыт, как сказать, постоянно не совсем профессиональный, то есть, ну, что-то сам делал, что-то сам пробовал, но не всегда это было, как сказать, ну, правильно, что ли. Есть опыт, что у вас есть друг, который знает автомеханик, знает в автомобилях, но не путайте, ребят, автомеханик и человек, который устанавливал автозвук и настраивал не одну систему, это разные люди. Вот поверьте мне, у меня многие ребята ставили акустику, вот, и приезжали и показывали такое, когда фильтры были все отключены, динамики во всю полосу играли, неправильные межблоки были воткнуты, усилки и так далее. То есть им ставил автоэлектрик, но не тот, кто занимается автозвуком. Поэтому грамотная эксплуатация изделия еще и от того зависит, как вы это все установите, как будете, будет все настроено. Вот. Поэтому, что позитива, анекдот, я думаю, зашел. Вам отличного лета. Вот. Лето, класс, у нас здесь на Южном Урале 30-ха, реально, 30 градусов, блин, мы кайфуем. Единственное, что было бы еще рядом море, мы бы, наверное, вообще обалдели, да? Но не факт, когда живешь на море не появляешься, когда все его хочешь, то есть все обычно, скажу вам так, желаемое, когда оно появляется у вас, становится уже не таким желаемым. Поэтому цените момент, получайте удовольствие от того, чем занимаетесь. Ну и, соответственно, покупайте в магазине Автокаста. Я вам рекомендую наш магазин. Поверьте мне, получите только положительные эмоции. Отличного дня и уральскую пятерочку. Пока-пока-пока.